что ж, встретили нас тут довольно-таки гостеприимно. Тут, конечно, не поспоришь, но... Я прям чувствую, как повышается мой настрой и радость от здешнего времяпровождения. Зайцев одним выстрелом, это там хорошо. Здесь лучше не падать. Честное слово, не знаю, сколько еще бросков напряжения выдержат системы. Тут сплошное старье. Если я не получу образец сейчас же, мы не успеем. Говорила я вам, он справится. Не успел я подумать. Вы тот самый десантник, у которого образец? Запускайте компьютер и начинайте расшифровку. Черт, опять напряжение скачет. Алло, доктор Клауд, вы меня слышите? Заработало. Все здесь невероятно. Все записано здесь. И вторжение, и оборона. Все именно так, как мы и предполагали. Доктор Макнейл, наша гипотеза подтвердилась. Артефакт — оружие невероятной силы. Вот почему Бетругер так носился с древней цивилизацией. Да, но, похоже, это еще не все. Древние пишут о трех непобедимых тварях, чудовищных, могучих созданиях. Они называют их охотниками. Судя по всему, они защищали артефакт. Я свяжусь с вами, когда узнаю больше. Удачи! Я буду в комплексе Фобос. Все начинает становиться на места. Артефакт не только мощный источник энергии, он еще и ворота. Портал в одну сторону и зада в наше измерение. Для более серьезных выводов мне не хватает данных. Но доктор Макнейл крупнейший специалист по древней цивилизации. Вы должны доставить артефакт ей. Она поймет, как его уничтожить. Вот ключ от арсенала. Лишнее оружие вам не повредит. Спасибо. Эй! А как же... Ну, эй! Как же зайти сначала все осмотреть, там всякие записки, все такое прочее, только потом... Ну, мы... Это не серьезно. Дела не делаются.
Очередной любитель помолчать.
только не эти летающие уродцы. Растворюсь, если в нее наступлю. Поэтому сохранимся и будем пробовать как-то... В смысле? Мне по барабану на эту кислоту? Серьезно? Окей... Дальше. Спасибо за то, что дали. Мне это пригодится, я пошел. Мне
мелкий чертенок. Сейчас относительно тихо. Я ожидал тотального сопротивления. Или это просто такая маленькая прелюдия перед тем, что сейчас меня ждет за этой дверью. Даже так. О, свет, это когда что-то закончится? Слышу, по звукам дальше будет весело.